Назад в 90-е в селе Пеленейка Гульского района около 30 человек с битами разгромили участок местного фермера. Как пишет портал «Зиодиась-МД», произошло это якобы из-за того, что аграрий незаконно использовал воду из местного озера для ирригации своих полей. Самому же, говорит Ион Малай, ему еле удалось спастись от жестокой расправы. Я был за рулем, остановился. Один подошел с левой стороны и ударил раз, но в меня не попал. Ударил еще. Пока я завел машину, пока тронулся с места, они успели меня ударить несколько раз. Половина села вооружилась палками и дубинками. Когда меня били, вылетело стекло. Аграрий считает, что вправе пользоваться водой из озера. Он говорит, что в толпе нападавших были и первые люди коммуны. Советник села Пеленей Черчел Ион, когда уезжал, также увидел мэра и еще одного советника. Под горячую руку агрессоров попал и Петр Паскал. Мужчина рассказал, что в воскресенье увидел толпу на озере и пошел узнать, в чем дело. Я подошел, как обычно, поздоровался со всеми. Некоторые были пьяны. Один из них ругался, кричал: «Мы вас убьем». Ударил меня кулаком. Еще двое подскочили. В итоге мне подбили глаз. Синяки на теле, на голове. Мэр села Пеленей Тудар Лука отрицает, что был среди нападавших. Кроме того, он говорит, что у фермера Иона Малай нет разрешения пользоваться водой из озера для ирригации. Более того, его об этом предупредили еще в конце апреля. Глава местной администрации утверждает, что за день до инцидента сам Малай якобы набросился на одного агрария из Пеленей. Он даже показал нам видео с предполагаемым потерпевшим. Пока неизвестно, если полиция допросила кого-нибудь из нападавших. Между тем, Ион Малай подсчитывает ущерб. Если только насос, это 50-60 тысяч. Если все, от 230 тысяч. Посмотрим, кто возместит нам ущерб. Тем временем, несколько аграриев из Пеленей создали ассоциацию, которая будет регулировать использование воды из озера. Они из соседнего села. Они незаконно подсоединились к нашему озеру и берут воду для своего пункта. Между тем, двое мужчин обратились в органы правопорядка. Инспекторат полиции Кагула открыл два уголовных дела по 287 статье за хулиганство. Собирают доказательства, выясняют все обстоятельства. По закону хулиганство наказывается штрафом до 52,5 тысяч леев, общественными работами или тюремным заключением на срок до 3 лет.